радует цветением, сравнительным теплом. И я продолжаю свой рассказ о приобретенных растениях. Это ландышевое дерево. Видно, что хорошо пошло в рост. Вроде бы оживает. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы красиво плодник ожил. Я давно о нем мечтала. Очень красивое растение. Ну, буду надеяться, что все будет в порядке. Жимолосидобная тоже пошла в рост. Радует. И покажу еще два растения. Вот так выглядит нандина. Буду надеяться, что все с ней будет хорошо. И еще вот он там, чабрец, кустик. Тот, что приобретала осенью, погиб. Так печально, когда лелеешь надежду, купив то или иное растение, что оно обрадует тебя хорошим ростом. Ты наконец-то имеешь это растение. Ну, хуже, когда надежда не оправдывается. С вами Екатерина. Надеюсь, у вас покупки более благоприятные. 3 мая 2022 года. Молдова.